Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня будем готовить закуски на праздничный стол. Фаршированные яйца с тремя видами начинки. Очень вкусная и красивая закуска, причем довольно бюджетная. И готовится все очень быстро. Также, как вариант, вы можете использовать оставшиеся яйца. Если у вас остались лишние яйца после приготовления салатов, либо после Пасхи, либо оставшийся салат, начинить им яйца. Если уже не хотите кушать его просто так, для начала отварим яйца вкрутую и отделим желтки от белков. Полное количество продуктов для приготовления наших закусок я вам оставлю в описании под видео. Первая закуска – яйца, фаршированные грибами. Для ее приготовления нам понадобятся грибы, одна луковица, маринованный огурец, зелень, майонез, яйца и щепотка соли. Сначала займемся грибами. Моем грибы и нарезаем их на мелкие кусочки. Нарезаем мелко лук. На сковороду наливаем немного растительного масла и начинаем обжаривать лук с грибами. Мелко нарезаем маринованный огурец и убираем с помощью ситечка лишнюю жидкость. Обжариваем грибы, чтобы лишняя жидкость испарилась. В емкость выкладываем 3 столовые ложки обжаренных с луком грибов. Добавляем 4 желтка. 2 столовые ложки нарезанных и процеженных огурцов, зелень и тертый сыр. 2 столовые ложки майонеза, немного подсаливаем и все перетираем ложкой. Вот такая масса должна у вас получиться. Грибной начинкой начиняем половинки яиц. Накладывайте начинки побольше, не жалейте, так получается намного вкуснее. Фаршированные яйца выкладываем на блюдо и украшаем зеленью, либо листьями салата. Получается очень вкусно, хрустящие маринованные огурчики в сочетании с обжаренными грибами – это непередаваемые ощущения. Следующая начинка – фаршированные яйца с красной копченой рыбой. Как вариант, если у вас нет копченой красной рыбы, можно использовать консерву, сайру, шпроты. Для приготовления этой начинки нам понадобятся яйца, красная копченая рыба, сливочный сыр, сметана. В емкость миксера накладываем желтки, несколько кусочков красной копченой рыбы, 2-3 столовые ложки сметаны и 2 столовые ложки сливочного сыра типа Филадельфия. Превращаем все это в однородную массу. Перекладываем в кондитерский мешок, это совсем не обязательно, но так получается намного красивее и оригинальнее. Наполняем наши половинки яиц перемолотой массой. Смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Украшаем желтками и кусочками красной рыбы. Можно украсить зеленью, оливками, смотрите, выбирайте на свой вкус. Сочетание красной рыбы со сливочным сыром – это просто воплощение вкуса. Закуска получается очень вкусная, рекомендую вам попробовать. Для приготовления следующей закуски нам понадобятся яйца, крабовые палочки, майонез, консервированная кукуруза и помидоры черри для украшения. Мелко нарезаем крабовые палочки. В емкость добавляем несколько желтков, нарезанные крабовые палочки, консервированную кукурузу и 1 столовую ложку майонеза. Немного солим и все хорошо перетираем в однородную массу. Начиняем массой половинки яиц и украшаем помидорами черри. Все 3 закуски отлично подойдут на Новый год, на день рождения или на любой другой праздник и прекрасно украсят праздничный стол. Получаются они очень вкусные, яркие и готовятся очень быстро и бюджетно. Надеюсь, это видео и рецепты вам понравились. Ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии, подписывайтесь на мой канал, поделитесь видео с друзьями. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам праздников и до новых встреч с новыми рецептами.